Вечером 22 января 2019 года подозреваемый, находясь в помещении школы железнодорожного района города Ульяновска, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, после чего с места преступления скрылся. Он в настоящее время задержан. В 2012 году он был судим за ряд тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.